В воскресенье днем в аварии на Красном мосту пострадал пассажир маршрутки. Рейсовый Hyundai ехал из железнодорожного района в Заводской. Аккурат посреди моста водитель не успел вовремя нажать на тормоз и врезался в зад идущему впереди Мерседесу Вита. Пострадал мужчина, для которого в салоне автобуса не нашлось кресла. В результате ДТП находившийся в салоне автобуса пассажир упал и получил телесные повреждения. Но бригадой скорой помощи пострадавший был доставлен в больницу. Через несколько часов близ зебры у ОГИК вновь сбили пешехода. Nissan X-Trail двигался в направлении стадиона. Девушка-студентка решила перебежать дорогу сразу от остановки. Разглядеть ее водителю внедорожника помешало садящееся солнце. Мы ехали практически 10 километров, только тронулись, и вот она бежит не по пешеходному переходу. Но ровно в полночь на пересечении Московской и Степана Разина «Жигули» 15-й модели практически лоб в лоб столкнулись с «Опелем». В ДТП серьезных травм никто не получил. Человек, сидевший за рулем «Жигулей», был не пристегнут и пробил головой лобовое стекло. Но, возможно, от того, что он был пьян, на нем не оказалось ни царапины. Список пострадавших завершила 50-летняя женщина, сбитая в понедельник утром на переходе Маяковского Роз-Люксембург. Дело закончилось легкими травмами. Она разговаривает, как сказать, в нормальном состоянии. Она говорит: ой, мне на работу надо, вот этой девушке, мне на работу надо. Куда тебе на работу, девушка? Говорит: ты что сидишь, вот ты сидишь, ты можешь встать? Она говорит: ой, мне на работу надо. Пострадавшая с ушибами головы и ноги отправилась в больницу на обследование.